여기 재미있게 다 약초백 가정. 들어가볼래? 가볼까? 그래. Здесь все-все, что полезно для здоровья, продают в этом магазинчике. Всякие ханьяки. О. Чего только нет, даже одуванчики есть, смотрите. Одуванчики. Я пала ютюбе купаться. А, крейго, я? Чульмуджилягу? О, Ким Сангэ. А панте мо салька? А панте чу кунго хэчирагу. Хунсам? Хунсам? Хунсам чучи. Хунсам пэги чаки башинан го. О, кого салька? А панте? Хунсам гатын гото чучи. Не. 치료들을 하실 거예요? 무슨 보약 같이 이런 걸로 하실 거예요? 보약? 보약. 보약. 그럼 홍삼? 홍삼? 응? 어떤 게 좋아요? 요거는 요거 좋지. 아, 이거요? 어. 면역에도 좋고, 면역에도 좋고, 피로에도 좋고, 혈소판, 혈액 흐름, 기억력, 뭐 항산화. 아, 좋아요. 하루에 아침 저녁으로 아침, 따뜻한 저녁? 물에 두 번. 자주 오시라고. 아, 네, 감사합니다. 같이. Знать бы еще, что это все. Пукпунджа. А, это малина лесная, сушеная. Тут реально от всего можно вылечиться, только вот этими травами. Видите, они прям здесь же живут, здесь же. В Корее это очень распространено. Там же дом, там же свое дело. Мы купили мужу экстракт женьшеня. И нам бесплатно дали... Мыло пину поедем. Пину? Бекчу. Бекчу? Хюмо пину. Ва, нам что-то сегодня на мекчу везет. Это из пивных, из хмеля, что ли. Но по продуктам интереснее, конечно, ходить, чем по одежде. Поэтому мы сейчас пойдем в продуктовые ряды. Мы с Софией купили шапочку с кошечкой. Сам, да. Он буя? 14살인데 지금 11살 같아. 조심해. 아프. 큰 건 좋아하지. Ой, детская одежда здесь есть, смотрите. 안지노. Такие платья, смотрите. 오, 예뻐. Красивенькая. Не только колхоз здесь на рынке продают, а еще и вот всякую детскую такую одежечку. Пижамки всякие. Все корейское производство, все очень качественное. А тут на заказ можно шторки пошить. Это вот национально-корейская одежда. Ханбок. Здесь их изготовляют на заказ. Вон ткани у них лежат. И тут же бабулечки, видите, сидят, обедают. И вот уже магазин с готовыми ханбоками детскими. Так как сейчас зима, они вот, видите, с мехом отделаны. Вот такая вот детская милота. Очень симпатично. Этот весь рынок не обойти за целый день. И вот здесь продуктовые начались павильоны. Это вот намуль, то, что Софья хотела. Но он не приготовленный, просто сушеный, его надо будет самим готовить. А я не умею. Тут вот ручной работы куксу. Лапша ручной работы. И готовые уже блинчики для мантов, для пельменей. Из теста, из рисового, из мучного теста есть. Всякие разные овощи. И вот панчан супе. Тоже панчаны. Целый огромный прилавок с панчанами. Можно уже готовое купить. Ток. Ток – это традиционные корейские сладости. Вместо хлеба, вместо булочек у них вот этот рисовый ток едят. Он есть со всякими разными добавками. Рыба, ракушки, крабики, креветки. Целыми тушками мяско продают. Ножки для холодца, водоросли.
Красный горький перчик. Очень много чеснока. Ой, такие запахи. А тут всякие вяленые тоже рыбки. Это ким. Ким, водоросли такие для изготовления суши, кимбаба. Сигу тэньчан. Тэньчан? Это паста тэньчан. А это вот пондеги. Личинки шелкопряда. Квашеная редька, квашеные огурцы. Вот так вот все здесь тут же готовится, но есть и что-то более нам знакомое. Это вот кукуруза. А, пиндеток. Пиндеток могулька? Мама могула пиндеток чалан могула. Чалан мого? На пиндеток хана могуто дэ? Могу. Кача. Няся. Мама, это что? Вэ? Ани сижане васо иго ан могумен ан дэжана. Иго ирёке гажу, ирёке. Пиндетокедага иго машаяджи хан жанирадо. Пиндеток монжи мулла? Тубуро мандынын гожана. Тубуро. Тубуя тубу. Анинга? Алёчего насал. Вот зачем ходят на рынок. Кореи. Вот это да. Нам принесли пиндеток. Это такое блинчик из тофу. Ты багиджи. Там, короче, тофу, сыр тофу и овощи. Лучок зеленый. Еще какие-то, по-моему, овощи есть. Безумно вкусно, да? Вообще. Но умащится. А если еще вот этим запивать, так вообще. Сказка. Люблю я рынки корейские. Мы с Буканом, Ангуком, как-то человеком. Но когда Букан тоже человек, но так думаю, что Букке. Очень хорошо. 북한 1년 11개월 만에 전화 왔잖아. 평창 올림픽 같이 해달라고. 똥일 됐으면 좋겠어. 진짜 할 것 같다? 이런 건가? 할 것 같아. 2030년 전에 할 것 같아. Нам на одной такой лепешке с Софьей на двоих, конечно, очень много, поэтому мы решили половину мы кое-как осилили, а вторую половину папе завернем. В Корее так можно, даже если у вас один кусочек остался, в любом месте вам его завернут, упакуют, и дома можно будет доесть. Мы сейчас говорим про то, где вежливые, добрые люди. Софья была в Японии, она говорит, что там еще более добрые, вежливые люди, чем в Корее. А в России мы с ней были, она говорит, люди там немножко хмурые, но зато всегда помогут. Мы тогда были с сумками. Марьяпа. 그러니까 그 러시아에 갔는데 이제 가방이 무겁잖아. 뭐 이렇게 가고 있었어. 이제 그 뭐 버 그 기차를 타야 되는데 가운 되게 길도 복잡하고 가방 그 짐도 무거운데 갑자기 어떤 아저씨는 아닌 것 같고 그렇다고 너무 그렇게 남자분들 한 번도 아니잖아 몇 분이지 네 명? 세 네 명 정도 사람들 그냥 계단만 있으면은 사람들이 그냥 옆에 지나간 맞아요. 사람이 그러니까, 그냥 가면서 들고, 들고 가요 그럼 내려가고? 아무 말도 없이 나 처음에 이렇게 들었을 때 아니 이 사람이 미쳤나 도둑이야? 이러면서 앉았어 미쳤나봐 한국에는 전혀 있을 수 없는 일이니까 그러니까 뭐 이렇게 도와드릴까 이렇게 말하는데 러시아는 그냥 예. 예. 좋아, 좋아. 착각, 착각인 똑같대, 착한데 약간 맛. 일본 한국보다 더 친절해? 사람들? 일본이 좀 더 친절하고 친절하지. 일본이 진짜 거의 다 해줘. 진짜 거의 우리가 가만히 있을 정도로 다 해줘. 그래? 서비스 뭐 그런 게 아니어도 사람들 다 알려주고 다 같이 가주고
다 설명해 주고 뭐 관광객들 뭐 다 싹 다. 한국이도 그러는데 뭐 그래도 다르냐? 한국도 약간? 그런데 약간 일본은 한국은 말 똑같이 해주는데 뭔가 말할 때 떨리는 게 약간 그런 게 있잖아. 근데 사람들은 그 일본 사람들이 약간 떨리는 거 아무것도 없으면 진짜 친한 사람처럼 어떤 거 도와드릴까요? 어디 좀 도와드릴 게 있는 것 같은데 이렇게 막 말을 하는 거야. 일본 좋아? 착했어 되게. 응? 착하셨어. 어떻게 소피아 일본도 좋아 한국보다? 일단 일본은 내 입맛에 맞는 음식들이야 다. 나랑 반대네. 난 초밥도 좋아하고 뭐 우동도 좋아하고 뭐 다 좋아하니까. 한국이 다 똑같은 거 팔잖아. 미소 된장국. 그거 다 있잖아 한국에. 근데 일본하고 맛이 달라. 달라? 진짜? 달라 완전. 여기서 일본 요리사들 다. 근데 해도도? 내가 느끼는 게 달라. 느끼는 게 달라. 일본에서 직접 먹는 거 한국에서 먹는 거 느낌이 달라. 일본은 좋고 그리고 식단 다르게 생겼어? 그리고 길거리에 쓰레기 하나도 없어. 그거는 알고 있어 나도. 나 처음 봤어. 신기하겠다. 처음 봤어. 한국에는 그래도 있어 좀. 있어 좀. 좀 있어 이만큼. 근데 일본 진짜 이만큼 없어 이만큼도. 와. 깨끗해. 스페 싱가포르 가면은 또 놀리겠다. 싱가포르도 깨끗해 일본보다. 아 왜요? 맞지? 이거 발 이렇게. 예, 6,000원. 네. 와, 싸다. Вообще, в два раза дешевле, чем в магазине. Мы купили на блюдо самгитан, курицу. Самгитан могу ка? Yeah. Oh yeah. Washington. Washington. Ani. Сангьопсал мокча. Я тубу сангьопсал. О, улей даже продается. Болёпти. 벌 다 죽어서 밑으로 내려왔잖아. 여기 나물 많다. 나물 이거 요리법 알려주실래요? 요리법 무침법? 이게 들기름 넣고 들기름 넣고 마늘하고 파놓고 거기다가 이제는 다시다나 소금 조금 묻혀서 볶으면 돼. 그다음에 볶으면 돼. 네가 고춧가루 넣으면 안 돼요. 고춧가루. 고춧가루 안 되고. 예, 고춧가루는 안 되죠. 김치 아니니까. 김치 아니니까. 근데 궁금한 게 있는데요. 이런 된장으로 된장찌개 만들 수 있어요? 그렇지. 가서 된장찌개 하는 거야. 근데 우리 못 만들어. 우리 요리법 몰라요. 못 얘기해. 된장찌개 잘해. 잘못하면 맛이 없어. 네, 맛이 없어요. 사먹자 그냥 사먹자. 식당 가자 식당. 네, 감사합니다. 네 감사합니다. 개고기. 예? 진짜? 멍멍이야? 이거 진짜야. 다리 봐봐. Прошу прощения, но это собака. Собака. Кейкоги. Также здесь есть свинья, которая у нас дома. У нас дома и свинья, и собака. Все есть. Вот такая экзотика. Панчан чинча манта. Вода. О, здесь целый отдел, огромный, со всякими вкусностями, панчанами. Вот это да. Будешь купили, будем с тобой сами готовить. Турисачана, мандаллаго. Вот мы будем теперь париться, мучиться, а тут все можно купить уже готовое. На, него чувак. Иго, хаго. Иго, ульмашики. Сам чанунчик. Иго, хаго. Посот, а ты посот? Посот. Посот. Иго-то 3,000원? Кури-кури-кури, ирке хача. Так в Корее люди все покупают. Кто будет готовить это все дома? Жесть. Попробуй.
감사합니다. Попробуй приготовить таких 10 закусок. Это у тебя уйдет, наверное, полмесяца, блин. Ой, здесь уже готовые курочки продаются. Ой, как вкусно пахнет. Ой, сколько вкуснотишечек. Ой, сколько всего. Мама, если я учу, то я впереди, если я молюсь, мама, София, так и делать. Я, мама, как вдруг здесь остановился, но я не знаю, как А, как? Не как? Тебе как? Вода. Это вот анчоусы всякие разные. Смотрите, они размеры бывают вот от таких, размером как рис, да? И до каких? Вот до таких, которые уже больше на курюшку похожи. Это все анчоусы. Камера-то у меня сейчас снимает, а поди батарейка села давно. А это женьшень. Смотри, Сопя. Не сам. Женьшень. Целая куча женьшеня, целое состояние, он стоит бешеные деньги. Грибочки какие-то. Так, ладно, пойдем. В Корее, вот видите, не только икру едят у рыбы, но и вот какие-то вот эти молоки или что это, я не знаю, белая, короче, фигня, похожая на мозг, на мозги. Если кто-то знает, напишите, напишите. Могу ли кое-что найти? Манон мандишили, оба экран. Я ганчжанг это баб едага, его хэгаджугу бэндам манэн могу сипо. А, кресо? Масиссо его? Масиссо. София обожает этих крабиков. В соевом соусе они замаринованы. Очень дорогое удовольствие. Ну что не сделаешь, блин. Ради ребенка. Всего 3 крабика уже стоят десятку. Это очень дорого. И это кимчи из зеленого лучка. Это самое мое любимое. Самый мой любимый вид кимчи. Это безумно вкусно. И можете себе представить, как это полезно. Кисаны на сону рассохол. Чего? На мама чун джуара? Надо чуа. Вау. Всевозможные супчики, товарищи. Чего здесь только нет. Обалдеть, обалдеть. Супе и губы, а? Это был неопознанный объект. О, у меня аж мурашки по телу пошли. А куда я уже чопка? Уж лучше собака в разрезе, чем вот эти вот насекомые. Так, все, пойдем уже, София, все. На этом мы, наверное, закончим, потому что у меня сейчас сядет батарейка, а рынок нескончаемый. Если вам понравилось видео про рынок, пишите. Пишите, и мы на рынок с вами на корейский еще сходим. О, спускаться было гораздо интереснее. О, да еще с этими мешками. Просто мы очень много всего набрали. Что-то меня повело в сторону. Очень много всего набрали. Сейчас мы придем домой, и я покажу все, что мы купили на базаре сегодня. Хотелось купить, конечно, намного больше, но мы бы это просто не донесли. Крутая лестница. Ну что, показываю вам, что мы сегодня прикупили на рынке. Самое, что дорогое оказалось, это, конечно же, моя косметика. Эта фирма очень дорогая, корейская фирма. Здесь скин, лошн, крем и вот такой вот крем еще полноценный. Плюс вот такой набор пробников. Всего $15. Это соль хвасу. Это самая номер один фирма в Корее по продажам и по рейтингу. Занимает первое место в Корее. Крем. Если собрать все эти пробнички, это получится полноценная баночка крема. Полноценная баночка стоит в пределах $100.
а я за 15 купила вот столько пробников. Бесплатно дали маски. Так, все, ладно. Это то, что дорого. Еще дорого нам обошлась вот эта вот экстракт женьшеня для Кимки, он стоит почти $40. Я сейчас все говорю долларами, потому что 1000 вон, это приблизительно доллары есть. Вытяжка из женьшеня, из корня женьшеня, которому 6 лет. Это самая полезная штука, которая только может быть для здоровья. Так, дальше поехали. Это вяленый батат. Это вот мы купили на муль, который Софья на муль просила. Теперь она будет его как-то готовить, потому что он просто вымоченный, и его нужно готовить. Дальше мы купили панчаны вот такие. Это нам будет отсвечивать сейчас. Это водоросли. Водоросли. Это кабачок. Кабачок, да. Это грибы. Панчаны из грибов. И это в соевом соусе перепелиные яйца и постная говядина. Такой вот тоже панчан есть. Потом мы купили вот такую курицу деревенскую. Курицу. И к ней вот такие корешки. Это набор из кореньев. Ну, это вот, в общем, все вот эти вот традиционная медицина, корешки, которые используются. Вот они все добавляются в этот самгитан, в этот суп куриный. Получается очень ароматное, вкусное блюдо. Ну, если что, я потом сниму, покажу, как это готовить. Там просто все скидать в кастрюлю, и, в принципе, больше ничего не нужно делать. Так, здесь у нас панчан София, который запросила. Это крабы. Крабы в соевом соусе. Так, здесь мой любимый панчан, это кимчи из зеленого лука, остренького. Это целый мешок моей самой любимой пищи. Я без чеснока жить не могу, я чеснок ем каждый божий день. Но вот чтобы зеленый, именно чеснок перьевой вот такой, он бывает не круглый год. И я очень удивилась, когда его нашла в это время на рынке. И... В общем, схватила так, чтобы на всю зиму хватило. Так, здесь у нас... это то, что мы покупали, да, в отделе с печеньем. Это японские такие штуки, но Софья будет снимать про них видео, о том, как это все делается. Корейские дети сходят с ума по этой фигне. Так, а тут у нас что? Ну что ж такое-то? А это у нас этот пиндеток, который мы не доели... В ресторане мы нам его с собой упаковали, завернули. Вот эта кимка сегодня будет есть. В общем, вот такой вот набор с рынка мы принесли. Это вот мыло, которое из пива, которое нам дали бесплатно к вот этим вот, к вот этому женьшеню. Надо бы сказать, сколько мы потратили, но я абсолютно не знаю, потому что мы рассчитывались карточкой. Мы бы набрали еще больше, но пешком унести было нереально такое количество всего. Можно ходить чаще туда. Вы видели, сколько там всего продается. Ну, всем пока. Всем удачных покупок.